Белгороде-Днестровском подорожал проезд в маршрутках. Цена возросла с 3 до 5 гривен. Изменение тарифов в Белгороде-Днестровской мэрии пояснили подорожанием горюче-смазочных материалов. Некоторые депутаты считают, что новые тарифы не обоснованы. Не выполняются фактические затраты. Те, которые должны выполняться, то количество маршрутов, они показаны на бумаге. То есть, допустим, должно быть 10 маршруток на определенном маршруте, но их ходится 5 всего. Они ходят в полном объеме, поэтому говорить о том, насколько они экономически обоснованы, очень сложно. Акции протеста вряд ли будут, потому что обещают вернуть старые маршруты, и люди уже готовы платить хотя бы по 5 гривен, просто чтобы возможно было уехать с точки А в точку Б, потому что то, что происходило летом и весной, невозможно было просто пользоваться общественным транспортом.